Разноцветные мыльные пузыри. Я обожаю просто звук карандаша по бумаге. Не помню, то ли палатки, то ли вид из окна гостиничного номера. Это мой мини-пленэр, когда я отвоевала пару часов свободного времени. И муж мне пишет сообщение. Ну, в общем, птенец. Привет, друзья! Давно от меня не было видео, но, тем не менее, я очень рада видеть всех вас на своем канале. Спасибо, что заглянули. В этом видео я хочу вам показать и рассказать о своем давнем скетчбуке, которым я начала заполнять 3 года назад и вот только-только наконец-то закончила его заполнять. Это мой выстраданный скетчбук, в нем много всего интересного и сумасшедшего, поэтому заваривайте себе чай, запасайтесь вкусняшками и продолжайте смотреть это видео. Прежде чем листать этот скетчбук, я хочу рассказать небольшую предысторию. Я его начала вести в 2018 году на свой день рождения. Потом как-то все так завертелось, закрутилось, он мне перестал нравиться, какие-то наброски мне совершенно вообще казались какими-то убогими, бумага вообще какая-то кривая, непонятная, и я этот скетчбук забросила. Но потом много всего в жизни поменялось, у меня родилась дочка, и потом дочка, когда научилась держать в руках карандаш и кисточки, она таки нашла этот мой забытый скетчбук и стала в нем черкаться. И я подумала, почему бы и нет, пускай хоть куда-то он будет задействован. И на самом деле, потом в итоге я решила, что все-таки я сама хочу закончить этот скетчбук, сама хочу в нем рисовать, и что из этого вышло, давайте смотреть. Сам этот скетчбук от Royal Talents, у меня, кстати, вот тут в конце я сделала вклейку, это А5 формат, 100 грамм на метр, совершенно тонкая бумага, да, и тут спойлер. Сам скетчбук предназначен больше для скетчей, то есть для карандаша, для чернил, для мелка, да, и тут 54 листа. В этом скетчбуке чего у меня только нету. Давайте по порядку. Сам скетчбук, у него изначально была черная обложка, но она мне совершенно не нравилась, казалось какой-то такой слишком уж замученный, и я решила закрасить обложку такими вот разноцветными. Не помню, то ли гуашь, то ли темпера, или даже акрил сверху тут какой-то был. И вот таким вот веселеньким образом я это все оформила. А в процессе, конечно же, у меня порвался корешок, поэтому пришлось еще, конечно, доклеить сам корешок джинсовой тканью. Итак, что же у нас внутри? А внутри у нас магия. Ну, собственно, первый форзац. Идею я стырила у одной блогерши, за которой я слежу, чтобы именно оформлять форзац тоже в стиле welcome, добро пожаловать в мой скетчбук, когда он начат, когда закончен. Мне кажется, эта идея очень прикольная, потому что, во-первых, можно разрисоваться на этом форзаце, делать всякое безумие, и, во-вторых, сразу видны даты, когда какие иллюстрации и в какой временной период были сделаны. Собственно, самая первая иллюстрация, вот как я уже говорила, была сделана на мой день рождения, 2 апреля 2018 году. Здесь я тестировала маркеры Ecoline, это браш-маркеры из серии, такие вот пастельные цвета кожи. Я помню, в том году был очень дождливый день, весь день шел дождь, и мы сидели дома, и вот с самого утра я смотрела мультик «Трое из Простоквашино» и вот решила почеркаться в новеньком скетчбуке. А дальше у меня вот такая вот иллюстрация в виде лодочки. Ее я рисовала уже на работе, когда ждала свои занятия по рисованию. У меня было где-то примерно 2 часа после работы, когда до начала занятий нужно было это время куда-то деть. И я сидела, вот тут акварелью рисовала, но, как я говорила, бумага в этом скетчбуке очень тонкая, совершенно не предназначена для акварели. И весь этот лист очень помялся, пришлось его потом выпрямлять. Но, тем не менее, сама иллюстрация осталась. А дальше я баловалась с карандашом мультицвет. Просто глазик, просто сирень. Почему бы и да? Следующая иллюстрация тоже в карандаше мультицвет, тоже глаз. По-моему, я тогда рисовала по принципу «не знаешь, что рисуй, рисуй глаза». Следующая иллюстрация. Это я уже рисовала с натуры. Я работала тогда в центре города и в обеденное время пошла
на Бастионку. Из Бастионки открывался очень классный вид. Это, как вы знаете, была весна, апрель, да, 18-го года. Были голые деревья, и за деревьями вот виднелся собор. И мне захотелось это запечатлеть, вот буквально 10-15 минут. Очень классно было провести это время. Дальше обычные канцелярские маркеры, видите, вот этот ядовитый желтый цвет, немного тут какого-то зеленого, которым нужно рисовать на самом деле на доске, да, белый, черный маркер тоже перманентный, все, все это маркеры либо для доски, либо текстовыделители. Мне было просто интересно, насколько вот даже такими обычными маркерами, совершенно не художественными, можно что-то изобразить. Ну, в принципе, оно того стоило. Мне кажется, скетч вполне себе имеет тоже место быть. А дальше. Карандашная зарисовка. Эта зарисовка нам учительница по рисованию задала домашнее задание. Говорила настоятельно рисовать нам с натуры карандашом. И вот это было одно из моих тренировок, опять же, после работы. Я пошла на вышеупомянутую Бастионную горку, и уже с другого ракурса, с другой стороны, открывался вид на старый город. Вот тоже такая вот зарисовочка у меня вышла. Следующий набросок – это тоже вот дерево, фонарь, передний план, задний план. На самом деле тут уже много всего замазалось, да, от того, что скетчбук постоянно туда-сюда ерзал. Вот. Но, тем не менее, тоже хорошая тренировка была для зарисовки деревьев. Ну, это тоже дерево, в принципе, ничего такого тут сверхъестественного нету. И дальше вот опять не знала, что рисовать, и начала с глаз, да, такая вот зарисовка. На самом деле я просто вспоминала пропорции лица человека, да, то есть тут совершенно никакой эмоции, ничего, классическая пропорция, классические все измерения. Дальше, следующая иллюстрация. В виде орла. На самом деле это первая моя иллюстрация гуашью в этом скетчбуке. И она была сделана после уже некоторых работ, которые дальше я еще покажу. На самом деле тут на этой стороне просвечивался то ли фломастер, то ли маркер вот с предыдущих вот страниц. И мне почему-то захотелось вот все это мракобесие как-то сделать более симпатичным. И я решила, почему бы не нарисовать орла гуашью. Гуашь, в принципе, краска кроющая, она все перекрывает. И вот этот вот такой был первый мой блин гуашью, с которого, наверное, все и началось, потому что дальше этот скетчбук будет в основном гуашевый, большей части своей. И это уже, кстати, вот 20-й год, да, то есть, видите, тут первые у меня зарисовки были вот 18-й год, апрель, да, а тут уже конец 20-го, то есть, ну, 2 года, даже больше, чем 2 года, я этот скетчбук практически не трогала, да. Дальше, вот у меня тоже иллюстрация гуашью, просто дверь, просто мне очень понравилась вот сама вот эта текстурка камней, текстурка кирпичиков, поэтому я решила тоже эту дверь здесь оставить. Самокевич, это на самом деле работу я сделала буквально минут, наверное, за 5. Мы тогда с мужем, это, кстати, тоже 18-е годы, да, апрель, мы с мужем поехали на природу, к реке, делать шашлык, открывать сезон шашлыков. И недалеко от нас, возле мангальчика, остановилась парочка, и у них был щеночек, овчар. И этот щенок был такой милый, везде лез, везде ерзал, непоседливый, воровал шашлык, вообще такой смешной был. И мне захотелось его нарисовать, ну, конечно, так как щенок постоянно везде бегал, совершенно невозможно было его поймать нормально, чтобы запечатлеть. Поэтому сам набросок этот сделан минут, вот, наверное, за 5, как я уже сказала. И набросок совершенно никакой, но мне захотелось его тут оставить, не перекрывать гуашью, не перерисовывать, просто потому что тогда это был очень милый день и очень милый щенок, после которого, кстати, мы таки решили завести себе тоже собаку. Дальше иллюстрация маркерами. Маркеры — это Sigma, 24 цвета, акварельные. Размываются водой, но сама иллюстрация, тут я ее водой не размывала. Мне просто хотелось сделать такую иллюстрацию, просто потестить маркеры, понять вообще их цвета, как они себя ведут. Ну, в целом, очень так миленько, мне кажется, вышло. Ничего особенного.
Дальше иллюстрация с тыковками. На самом деле, та еще размазня, потому что я решила закрасить это все, не знаю почему, оранжевой гуашью, и поверх думала, что-нибудь когда-нибудь потом придумаю, нарисую. Ничего другого не придумала, кроме как нарисовать такие вот непонятные зеленообразные красные тыквы с какими-то листиками. Ну, тоже такая относительно проба бера, можно сказать. Дальше. Лилия. Тоже гуашью. Тут я тестировала, делала выкраски маркеров Эколайны. Ну, это совсем уже простая зарисовочка с крепками, лок, точилка какая-то, стерка карандашом. Это просто я под какой-то сериальчик решила почеркаться и рисовала то, что у меня было на моем рабочем столе. А дальше тоже баловалась мультицветом. Опять вспоминала в очередной раз пропорции лица. И вот это уже отсюда примерно начинаются почеркушки с моей дочкой, когда она нашла этот скетчбук. И вот видите, вот все вот эти вот непонятные какие-то линии. Это все творчество моей дочки. Я решила поверх тоже нарисовать что-нибудь более-менее адекватное. И, кстати, некоторые из иллюстраций появились таким образом, что дочка... Либо она сама сначала черкалась на листике и потом давала мне карандаш конкретного цвета, типа «мама, рисуй». Вот, либо она мне сразу давала карандаш и показывала «мама, рисуй». То есть вот такое вот совместное творчество у нас вышло. Вот очередная тоже иллюстрация, тоже с дочкой. Дочка тут вот активно рисовала ручкой. И я решила, кстати, себе тоже такой вызов сделать в двух цветах и сделать иллюстрацию. Как видите, тут только оранжевый и голубой. Дальше тоже творчество с дочкой. Дочка черкалась тут и немножко тут. Я черкалась тут. А вот тут особенно видно, вот как дочка пыталась нарисовать кудри. Очень активно мне помогала. Мне кажется, у нее прекрасно получается рисовать кудри. Как вам кажется? Пишите в комментариях, будет интересно почитать. И дальше вот еще одна моя иллюстрация гуашью, это уже вот 21-й год, кстати, тоже черным просто все закрасила, не зная вообще, что я потом буду делать на этом черном фоне, но потом где-то, не помню, в интернетах наткнулась на картинку розы на темном фоне и подумала, почему бы и нет, мне кажется, очень эффектно тоже смотрится. А тут тоже творчество совместное с дочкой, она уже добралась до моей акварели, и вот все вот эти вот фоновые подтеки, это вот дочка капала сюда акварелью, разливала воду, этот лист уже весь такой помятый, весь покоцанный, непонятно какой, но потом, когда все это высохло, мне подумалось, почему бы не использовать этот фон и не сделать тоже что-нибудь интересненькое. На самом деле, такие вот экспрессивные иллюстрации мне даже нравятся некоторые больше, чем вот какие-то вылизанные, потому что тут вот реально быстро двухминутная зарисовка, очень быстрая, очень такая эмоциональная даже, может быть, в каком-то смысле, и очень прикольная. И по цвету, и по эмоциям, и по тону, и по линиям даже. Что-то в этом есть. Дальше тоже совместное с дочкой творчество. Ну, это я просто вот не знала, куда деть ту розовую гуашь, которая меня бесила, если честно, и до сих пор меня продолжает бесить этот цвет, но почему-то у меня этот цвет ассоциируется с милым мультиком, который я смотрела в детстве, я думаю, вы все узнали этого героя, этого персонажа. И тут, кстати, я еще решила потестить, вот не знаю, как вам будет видно, вот такая блестящая тоже гуашь с блестками, немножко вот видно, как переливается на волосах. Тоже решила просто проверить, как оно это будет выглядеть. Следующая иллюстрация. Тоже я гуашью закрашивала фон, потому что что-то там, какие-то каракули дочки были. Вот. И потом решила, что почему бы не сделать разноцветные мыльные пузыри. По-моему, выглядит тоже очень прикольно. Следующая иллюстрация гуашью. Это вид из, вот я не помню, то ли палатки, то ли вид из окна гостиничного номера одной моей знакомой, которая с мужем ездили отдыхать. То ли у них был медовый месяц, то ли какая-то годовщина. И вот она делилась в социальных сетях фотографий. И мне очень понравилась вот эта фотография, этот вид. И я решила тоже запечатлеть в своем скетчбуке. Дальше море, море ночью, море вечером, просто я люблю море, и тоже решила немножко
бездумно, скажем так, повозюкать гуашью по скетчбуку. На самом деле тут большой сложности нету, просто вводишь кисточкой туда-сюда, и получается море. Дальше, следующая иллюстрация. Наверное, вы видели урок, как рисовать такую балерину. На самом деле урок совершенно простой, ничего сложного там нету. И я даже рисовала вот эту балерину не столько из-за самого урока, чтобы научиться чему-то, потому что, ну, в принципе, для себя я тогда ничего нового не нашла в плане техники, да. Но я решила запечатлеть эту балерину просто из-за идеи фона, да, потому что, видите, тут фон такой весь, ну, вибрирующий, да, тут очень такой контрастный. С одной стороны, понятно, видно, что он синий, но тут и черный цвет есть, и белый цвет есть, и голубой. То есть вот, ну, такая вот вибрация фона мне очень понравилась. Я решила быстро запечатлеть это в скетчбуке, чтобы потом вот саму вот эту вот идею фона, да, использовать в следующих иллюстрациях. И, кстати, потом дальше вы увидите, тоже будет прослеживаться вот эта вот закономерность этого вибрирующего фона. Ну, собственно, вот тут, да, это тоже видно, потому что тут фон хоть и светлый, не такой контрастный, как на предыдущей иллюстрации, но тут тоже, видите, он такой вибрирующий, тут голубой, и какой-то бежеватый, и белый, и серый, и розоватый. Вот, это, кстати, дверь в дом. Три брата у нас в старом городе есть такое здание, три дома, три брата называется, и вот в одном из домов есть такая вот прикольная дверь. Дальше я тоже черкалась карандашом мультицвет. Это, по-моему, был момент, когда муж укладывал дочку, а я им не мешала. У них был свой между собойчик, у меня свой. И я просто затихарилась в другой комнате и черкалась карандашом мультицвет, чтобы себя чем-то занять. Дальше, следующая иллюстрация, это мой мини-пленэр, когда я отвоевала пару часов свободного времени вечером. Оставила своих домочадцев дома, а сама вышла во двор, уселась под дерево и рисовала все, что я вижу вокруг. Собственно, вот это вот кусок нашего дома, машина соседей, кустики какие-то. Ну, просто вот у меня было такое настроение. Это, кстати, был вечер, было уже такое закатное солнце приятное, да, летний вечер июльский. Это тоже под тем же деревом, но уже другой ракурс, уже вид на полянку. Вот, мне тоже очень понравились вот эти вот яблони и груши, да, которые у нас растут во дворе. Вот, и захотелось это тоже запечатлеть. И следующая иллюстрация сделана в тот же день, но уже вечером, когда уложили дочку спать, и я опять отпросилась у мужа выйти во двор, подышать воздухом, немножко перевести дух, потому что день был очень сложный. Взяла маркер и уселась рисовать домик, который у нас вот тут во дворе есть напротив нас, можно сказать. Прикольный домик, но что самое интересное, только я вот последние штришки доделала, и муж мне пишет сообщение, что жена, беги скорее домой, дочка проснулась, дочке плохо, у дочки зубки, надо что-то с этим делать. Поэтому я бросила все и прибежала домой спасать дочку и мужа. Ну, было прикольно на самом деле вечером посидеть, порисовать, почеркаться. Это я уже рисовала тоже с натуры, уже дома. У нас вот такой горшок есть с цветочком каланхоя, да, и вот на тот момент я смотрела, по-моему, какой-то сериальчик, и вот захотелось мне почеркаться. Я обожаю просто звук карандаша по бумаге, и вот просто ловила кайф в тот момент. Дальше, я думаю, вы, наверное, знаете, узнаете эту певицу. Кто узнал, пишите в комментариях. Кто не узнал, давайте отгадывать. Это француженка, очень известная певица, она мне очень нравится. И вот тоже почему-то я ее как-то вспомнила с одного клипа, и захотелось мне ее тоже запечатлеть. А дальше тоже своего рода вид с натуры. Дальше тоже рисовала с натуры, это, можно сказать, вид из окна на кухне у нас. Дальше, это бочки на даче. На самом деле, когда мы приехали на дачу летом, то, конечно, понятное дело, на даче постоянно какие-то работы, постоянно какая-то уборка и все такое, дрова, сжигание деревьев и так далее. И мне очень понравились вот эти вот живописные ржавые бочки, они очень мне показались живописные, и я захотела сделать иллюстрацию. Сделана иллюстрация обычными детскими карандашами, вообще тут цвета никакие, плотность никакая, но мне захотелось запечатлеть эти прикольные бочки, настолько они мне понравились.
Далее я тестировала маркеры Sonnet. Это портретный набор, очень прикольный на самом деле. Не скажу, что мне прям вот очень понравилась сама сборка цветов, потому что, ну, некоторые цвета я бы все-таки чуть-чуть заменила. Вот на самом деле вот эти темно-коричневые, можно было бы градацию сделать поинтересней. Но в целом для таких вот графических быстрых зарисовок, мне кажется, очень имеет место быть такой набор. Дальше. Следующая иллюстрация сделана тоже обычными детскими карандашами. На самом деле это наш лес, недалеко от нашего дома. В этом лесу я в этот день, как раз таки 14 июля, общалась с клиническим психологом. Мне нужно было решить некоторые свои вопросы. И вот мы договорились, что созвонимся с ней по WhatsApp и вот так вот удаленно поговорим. Я решила выбрать место, где меня никто не будет трогать, где меня никто не будет дергать, чтобы на 2 часа меня ни для кого нет. Пошла в лес, села на корни деревьев, и вот мы так мило общались с психологом. И когда мы с ней пообщались, я подняла голову, увидела просто офигенные эти деревья, вот эти вот классные тени от них, быстро сделала фотку и пошла домой рисовать, чтобы скорее запечатлеть это классное настроение, которое у меня было после сессии. И мне до сих пор очень нравится эта иллюстрация, несмотря на то, что она сделана самыми простыми детскими карандашами. Тут ничего в ней такого нет, но есть настроение, есть эмоции. Этим она мне очень нравится на самом деле. Следующая иллюстрация — лягушки. Наверное, если вы следите за моими социальными сетями, то знаете, что лягушки — это имеет для меня особую роль, особое значение. Вообще этих лягушек, именно этих лягушек, я увидела у одной своей знакомой в сторис, когда она делилась тем, что вот летний дождь, как-то все так серо, пасмурно, непонятно. А мне эти лягушки показались такими милыми. И вот, кстати, привет, Америка! Я знаю, что дочка двоюродной сестры мужа, прозвучала сейчас как подруга друга моей подруги, она очень любит лягушек, у нее тоже было 2 лягушки, и вот я как увидела эту иллюстрацию, сразу же подумала о ней и решила, что эта иллюстрация просто обязана быть в моем скетчбуке, и каждый раз, когда я на нее смотрю, она мне напоминает об этой маленькой милой девочке, ну уже на самом деле не такой маленькой, оно очень классно на самом деле передает настроение. Кстати, тоже иллюстрация сделана гуашью. Это иллюстрация или даже работа с натурой. Я рисовала дочку на даче, когда она спала. Тоже быстрая зарисовка, буквально 15 минут до того, как дочка проснулась, я успела ее запечатлеть. Следующая иллюстрация — это тоже сделана гуашью по мотивам моей работы «Слезинки в красном вине». Я, наверное, ее 100-500 раз перерисовывала. И вот это одна из быстрых тоже таких зарисовок тоже. Следующая зарисовка — это тюльпан, но тут я просто, скажем так, набивала руку, просто такой полный релакс, без какой-либо особой цели. Следующая иллюстрация сделана тоже обычными детскими карандашами, отчасти совместно с дочкой. Это вид с нашего балкона на соседние дворы, тоже на соседние домики. Тогда был очень теплый день, ну, лето, конечно же. И я решила порисовать на балконе, уединиться, но прибежала дочка, увидела у меня карандаши и захотела тоже рисовать. И в итоге она немножко и тут почеркалась, вон зеленым мне помогла, и небо тоже голубым, вот тут зеленым тоже добавила. Но, тем не менее, это был очень забавный вечер, когда мы с ней вместе рисовали простыми детскими карандашами. Вот, следующая иллюстрация — это цыпленок Твити или утенок. Ну, в общем, птенец, сделанный жидкими мелованными маркерами. На самом деле очень интересный эффект. Вот тут я сделала выкраску этих маркеров. Кстати, можете в Инстаграме посмотреть, как выглядят сами маркеры. Что прикольно в этих маркерах? Ну, во-первых, работать с ними достаточно просто. Они по своей технологии, наверное, чем-то напоминают Поско или подобного рода акриловые маркеры, там, где их надо взболтать, надавить на стержень, и тогда польются чернила, и тогда уже можно рисовать. Но что интересно, это сам финиш. Ощущение, как будто бы реально мелками порисовал. Вот я даже сейчас вот провожу пальцами по иллюстрации, у меня вот видите осталась краска. То есть реальное ощущение, как будто бы рисуешь мелками. И это очень так забавно. И на самом деле у меня есть пара идей, как еще можно эти маркеры затестить, как проверить, на что они способны. Но очень такие необычные ощущения. Кстати, они, эти маркеры, не токсичны. То есть как раз с детками рисовать очень прикольно, очень классно. Следующая иллюстрация тоже сделана гуашью. На самом деле мне просто
когда я рисовала вот этот вот тюльпанчик, я на палитру слишком много выложила вот этой розовой, белой, зеленой краски, оказалось, и надо было ее куда-то деть, смывать было жалко. Я решила, почему бы не сделать еще одну иллюстрацию в этих же оттенках, в этих же тонах, и вот получился такой вот портретик интересный. Я знаю, что тут все криво, косо, поломана вообще тут перспектива, но тем не менее мне нравится сама эта иллюстрация чисто из-за цвета, из-за экспрессии цвета, да, из-за контрастов. Вот, поэтому пускай остается. Следующая иллюстрация сделана, опять же, совместно с дочкой. Гуашью, да, дочка училась рисовать гуашью. В результате в гуаши была вся комната, кроме того, чего было надо. Ну, на самом деле, дочка вот просто бездумно ляпала цвета на скетчбук, на бумагу, и в итоге потом их размазывала, и вот получился такой непонятный серо-коричневый, желто-оранжевый, синий, боже мой, сколько тут еще цветов, получился фон. И когда все это высохло, я подумала, что надо сделать с этим что-то интересненькое, и вот такая вот осенняя иллюстрация в итоге получилась. Следующая иллюстрация, ну тут тоже ничего такого особенного нету, тут мне просто нужно было разгрузить мозг, это был период, когда дочка болела всю неделю, это было очень тяжело эмоционально все пережить, и я вот рисовала такие вот листочки, чтобы хоть немножко, хоть как-то вот такая вот у меня арт-терапия произошла на тот момент. Следующая иллюстрация, наверное, вы видели в моем инстаграме, это тыковка. Бесплатный урок был в акварели, но, в принципе, я свои навыки в акварели уже знаю, какие они у меня есть. Конечно же, всегда можно улучшать, но мне почему-то захотелось сделать эту иллюстрацию именно в гуаши. И по факту я, ну, практически не слушала сам урок. Я просто рисовала гуашью, и у меня вот своя мысля какая-то была во время процесса. Ну, кстати, вот тоже, как можно использовать золотую вот гуашь с блёстками на фоне. Очень прикольно, мне кажется, выглядит. Дальше иллюстрация лайма. Это был очень дождливый день, 20 октября. Весь день был серый, очень такое все непонятное. Мне захотелось что-то такого более солнечного, яркого, светлого. И вот таким вот образом родился такой вот лайм. Следующая иллюстрация – это кофемолка. Кофемолку эту я увидела у бабушки на даче, когда мы с семьей ездили ее поздравлять с днем рождения. Эта кофемолка стояла так очень скромно на полочке среди каких-то остальных непонятных бутылочек, солонок и перечниц. Чем-то меня зацепила эта кофемолка. Изначально я думала, что я буду рисовать ее в акварели, потому что у нее очень такая прикольная деревянная фактура, такой вот прикольный металлический вот этот вот... Блин, как он называется, а? Вот эта штуковина. И последняя иллюстрация в этом скетчбуке – это вот книжки, часики в таких вот темно-зелено-коричневых, красно-синих тонах. На самом деле этот референс я увидела просто сразу, как увидела, решила, что надо его нарисовать, просто потому что мне уже скорее захотелось закончить этот скетчбук, потому что слишком долго я его уже мучила. Слишком долго он у меня лежал, можно сказать, без дела. У меня еще очень много других скетчбуков, новеньких, нетронутых, которых тоже хочется порисовать. И вот я поэтому сильно особо не выбирала ни по сложности, ни по каким-либо другим критериям. Ну, конечно, тут тоже своего рода сложность есть, чтобы на темном фоне изобразить относительно темные предметы. Но гуашь имеет свойство... ну, как бы жухнуть, да, немножко так выцветать, особенно учитывая, что это детская гуашь, да, не профессиональная, то, конечно, тут цвета немножко так поблекли. Но, тем не менее, во время процесса рисования мне очень понравилась эта пастозность, и таким вот образом этот скетчбук получился в большей своей степени гуашевый. И последнюю иллюстрацию вы видели, это уже муж рисовали с дочкой, домик, собачку, дом своей мечты, тут какое-то солнышко, вон облачка. И в итоге вот таким вот получился скетчбук. Вот такой рассказ у меня получился об этом скетчбуке. Как вы видите, я над ним издевалась как только могла и не могла, и не только я, дочка тоже поучаствовала, и муж, кстати, тоже проявил инициативу. Но на самом деле я рада, что этот скетчбук был и есть, и я надеюсь, будет в моей жизни, что я его никуда не потеряю, не выкину, потому что каждая следующая иллюстрация, каждый следующий штрих, каждые следующие почеркушки — это...
Опыт – это навык, это то, что приводит к более крутым работам. И если вы сейчас в каких-то раздумьях, в сомнениях, стоит ли рисовать, хотите ли вы рисовать, или, может быть, у вас завалялся какой-то скетчбук, на который вы давно смотрите, но почему-то боитесь, просто берите и рисуйте. Вы видите, да, какие тут у меня совершенно разные иллюстрации, совершенно разные какие-то почеркушки, но всегда можно взять гуашь и перекрыть все это одним цветом. Так что дерзайте, пишите в комментариях, понравилось вам это видео или нет, какая из иллюстраций, быть может, понравилась вам больше всего, какая, может быть, совсем не понравилась. В общем, пишите все, пишите, как у вас дела, давно не виделись, пообщаемся, и до скорых встреч на канале. Всем пока!